Всем доброе утро. Сегодня 5 августа 2022 год. ЛНР, город Брянка. Ночью шел дождь. До сих пор тучки гуляют. На градуснике 20 градусов. Так хорошо, свежо. Все дома. Даже не голодные. Яшка пришел, но кушать не хочет. Хотелось ответить на комментарии, которые писали, что не очень я ласкова котикам, когда приехала по приезду. Не сюсюкаюсь, наверное, не сильно соскучилась или вообще, наверное, надоело мне к ним ходить и кормить. Так что скажу, я по жизни такая, что не очень сюсюкаюсь. Вот, и у меня все это в душе. Я их люблю, как и любила, и за каждого переживаю, когда болеют или еще что-то. Поэтому этот комментарий как бы неуместен. Ну, каждый имеет право на свое мнение. Вот. Ну, сегодня у нас ночью было шумно, 00:30. Наверное, работала ПВО. Очень было много этих вспышек. Так что сегодня ночка была веселая. Ну а сейчас пока вроде все нормально. Ой, что собаки там не поделят, гавкают. Ну, в общем, друзья, еще раз повторюсь, все нормально, живы, здоровы, чего и вам желаем. Сохраняем, как говорится, чувство, что все будет нормально. Ждем и верим, что будет все нормально. Ну, всем мирного неба над головой. Всего-всего хорошего. Друзья, все будет у нас хорошо.